знаю, где ошиблись мы в расчетах. Может, в плотности воздушного потока, в состоянии свободного похмелья, над пустыней был торжественно расстрелян. Камнем тянет изнуряющая ноша, может, перед кем-то провинился в прошлом, потеряв надежду взвесить душу в грома. Все апостолы уходят на рекламу. Но если верить не по понятиям, кусок металла, мое распятие, ночные звезды, мои медали, я сбитый летчик, меня
Привет, Москва! Как мы рады всех здесь сегодня видеть. Симфонический оркестр «Русская филармония». Дирижер заслуженный артист России, полковник Феликс Борисович Арнольдский.
сейчас я хочу пригласить на эту сцену. Встречайте, прекрасная, неповторимая Тина Кузнецова. Как ваше настроение, мальчики и девочки? Поем вместе? Ты так прекрасна, моя.
рыжим котенком стою под дождем. Ты в нарядном платье встречаешь весну. Мы заждем чего-то, куда-то идем, и все время платье. Let's go.
Нашего полковника Феликса Борисовича Ароновского. А знаете почему? Потому что ему не дали народного артиста, представляете? Надо написать петицию куда-нибудь. Вот он заслуженный артист, да? Но уже для нас он народный, международный. Феликс, следующая песня для вас. Просто поверить.
вспыхнет в груди, но не согреет. Сердце оставит пустые янтарный пожар. Скользкие улицы, иномарки целуются, помятые крылья, несчастные львы. Что все впереди.
Тина Кузнецова. На Nature Events. В новом платье. Не чувствую свои, стою, курю в ледяном подъезде. Мой телефон никуда не ездит, а мне так хочется быть полезной. Знать, что я кому-нибудь не отходи. Всегда испытываю счастье там, где я могу. И не нужно кем-то притворяться. Судьба ведет.
Скажите, полковник, а вы вот так бы, как Левчик, могли бы туда так в зал нырнуть? Нет. Нырнуть могли бы в зал так же, как Левчик? А он плавать не умеет. Вы могли бы так нырнуть в зал, как Левчик это сделал? А, смотрите, все, кто хочет полковника, девушки, забирайте. Медики в зале есть? Я за тобой.
Спасибо. Прекрасный, замечательный, симфонический оркестр «Русская филармония». Ребята, мы счастливы, что уже в этом году мы
Дирижер, заслуженный артист России Феликс Борисович Ароновский. Жалко, что не народный. Вот интересно, в зале есть кто-нибудь из Министерства культуры? Дайте мужу народного. А, разберемся. Хорошо. Thank you.
сердце и даже не средство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
и душой. Какая есть кому-нибудь светиться. Но ведь не золото и твой герой. Ты вновь за первое.
Thank you.
Спасибо. Тиночка. А, дорогие друзья, пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам счастья, любви, здоровья, удачи. Ничего не бойтесь, не болейте, все в этой жизни будет замечательно.
ожидал увидеть наркотическую пантеру, неоновую Венеру, мурлыкающую на шкурах, лижущую кран, последний невинный жертвы и очередь бледных безумцев. Thank you.
Oh,
ребенка. Святая вода.
Дима, спасибо большое. Ирина Кузнецова. Yeah.
Друзья, спасибо огромное. Огромное спасибо, что вы были вместе с нами. Сегодня мы можем сделать очень важное дело. Вы знаете, на выходе из зала стоят волонтеры с боксами фонда Кости Хабенского. По счастливой случайности Костя сегодня здесь. Костя, можно тебя на сцену? Расскажи про фонд. Добрый вечер. Я тоже хочу, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающим Новым годом. Пускай Новый год для нас, для всех пройдет в любви, в радости, как сегодняшний вечер. Я хочу, пользуясь случаем, сказать Шуре и Леве большое спасибо за то, что всегда поддерживают наш фонд. Наш фонд уже 14 лет помогает мальчишкам, девчонкам, молодым людям бороться с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. Спасибо. Я хочу заметить, что мы помогаем не только бороться, мы помогаем побеждать. Это важно. Все, кто ни разу не пробовал помогать другим, те, кто не понял, как это легко, просто и как это приятно, можете сделать это прямо сегодня, не откладывая в долгий ящик. Я повторюсь, что волонтеры нашего фонда стоят в фойе Крокуса с боксами для сбора помощи. Давайте войдем в Новый год с приятным ощущением того, что мы помогаем тем, кому действительно сегодня нужна помощь. Но еще, чтобы я хотел сказать, я думаю, ты меня поддерживаешь, следующую песню мы посвятим одной девушке. Дело в том, что долгие годы в фонде работала наша близкая подруга Алена Мешкова. Буквально в прошлой неделе она ушла от нас. Как это не прискорбно, я думаю, она нас сейчас видит и слышит оттуда, с небес. И этот светлый, прекрасный человек, это ее любимая песня. Мы посвящаем эту песню ей. Да, я тоже хотел бы сказать, что Алена ушла, но ее любовь к людям, ее взгляды на этот мир, они остались вот здесь у нас в сердечках, и теперь вот с этим мы будем дальше жить, дальше помогать друг другу, потому что по-другому жить, друзья, мы уже не сможем. Спасибо. Спасибо, Костя. Oh,
Даже не часть устал, а за это я всего лишь прошу выключить во дне надолго яростный шум. Я по дивным песням соловьев нахожу сердцу близкие места. Моя, до последнего.
кругом живой огонь. Еще один обычный вечер прожил, а с ней он каждый раз другой. Ее упреки, вестники, прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она и божественно права. Где-то ангел отвечает: прости, прощай. Затмевает солнце и замерзает кровь в ее тени. Такое счастье дорого и дается, винят, откуда не вздыхни. Любовь болят в ее большой колоде, ведет, как жертвы ревности слепой. Она одна и от меня уходит, давно продольной травой. Где-то ангел кричал: прости, прощай. Пламя душа,
Ты ничего не знала.
глотал мои слова и превращал в воду. Я все отдал за продолжение пути, оставлю позади свою беспечную свободу. Не потерять бы в серебре ее одну заветную и по себе. От этой тихой и чужой судьбы, с которой я на ты, нам не стерпеть друг друга и до войны. Мне не добраться никогда, моя безумная звезда ведет меня по кругу. Прекрасный фантастический оркестр «Русская филармония». Дирижер, заслуженный артист России, полковник
Феликс Борисович Ароновский. Мистер Борис Тельцин играет на барабанах. Андрей Золотков играет на гитаре. Леха Максимов бас-гитара. Лев Калязин играет на клавишных. А также наш прекрасный бэк-вокал в лице Светланы, Элизабет и Екатерины. Тина Кузнецова. Сегодня специально с нами и Костя Хабенский. Друзья, всех назвал. Мой друг Лёва Бедва. Мой друг Шура Бедва.